Массовый рождественский забег устроили в Сиднее. Рубеж в 5 километров преодолевали 4000 Санта-Клаусов. Поскольку в южном полушарии сейчас лето, бежали в шортах. Но полушубки, красные колпаки и, конечно, бороды никто не отменял. Акция была не столько спортивной, сколько благотворительной. Собирали деньги на рождественское чудо для детей, которые встретят грядущий праздник в больнице. А в следующем году организаторы надеются достичь еще одной цели и установить мировой рекорд по количеству бегущих Санта-Клаусов. Нынешний принадлежит Португалии, и чтобы его побить, нужны 14 тысяч волшебников.